Всем доброго времени суток. У нас посылки с Китая. Две штучки. Одна большая, одна маленькая. Начинаем вскрывать и смотреть. Начнем с маленькой. Что такое? Что такое? Украшение? Ого. Колье. Вот пришло. Ага, Сережа брак. Сережа брак с пленкой клеит. Да, точно пленка. Прикольно. Так, проверяем ссылку. Не, упаковано вообще. Вот Сергей. Я такое не заказывал. Значит, это не наша посылка. Не, написано, это наша. Но я по трек номеру посмотрю, не знаю. Я все таки не помню, я проверю. Я вообще не знаю, что это за наша посылка. Ладно, так. Дальше. Давайте дальше поднимемся. Следующая большая посылочка. Что-то тут, да. Ночнушки. О, долгожданные ночнушки, две штуки. Пришли к нам очень долго. Так, там первая. Давай первая. Красиво упакована. Такая вообще тоненькая. Тоненькая такая, да? Вообще тоненькая, тоненькая. Вообще тоненькая. Открываемся общий ракурс. Такая вот. И вторая ночнушечка у нас. Вторая. Тут зайчик. Что-то китайцы у нас любят все прозрачное. Вообще тоненько. Так, другая у нас ночнушечка. Такая вот ночнушечка. Да. Такая симпатичненькая. Да, прозрачненькая. Почему вообще? Я? Интересно, Виктор первые стирки поменяет. Ну, качество я. Я знаю, вроде ничего. Ну, вот таких вот две посылочки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Так, ну и по поводу этого колье. Ну, колье, в принципе, цельненькое это все. Она пришла где-то адрес, на новой почте перепутали. Отправили его, не, его должны были отправить в Переяслав-Хмельницкий какой-то курьер. Позвонил курьеру, сказал, приедет, заберет обратно, говорит, возвращай это колье. Оно, в принципе, цельненькое. Вот, куем обратно его. Кулечек, обратно положим пакетик и там это все курьеру. Такая вот курьезик, конечно, получился посылочками с Китая.